Добрый день, представляю вам пиджаки мужские, экстра. Пиджаки разнообразные. Первый пиджачок — плотная ткань такая, такое ощущение, что шерсть в составе. Размер 46. Выглядит изнутри вот таким вот образом. Несколько здесь кармашков внутренних. Очень нравится, как пуговицы на контрасте играют с этим пиджаком. Далее классический вечерний пиджак. Изнутри он выглядит опять вот таким вот образом. Здесь кармашки. Размер здесь, я думаю, 50. Вещи в неплохом состоянии. Как бы здесь есть чуть-чуть вот такая вот загрязненность, но это транспортировочная пыль. Итак, пиджак внутри выглядит вот таким образом. 46 размер. Приятная очень ткань. Вельветовый пиджак, тоже 46 размер, здесь кармашек. Внутри вот такие вот потайные кармашки. Прямо такая очень приятная. Удлиненный немножко фасон здесь. 46 размера жилетка. Пиджак здесь 48, наверное. Так вот здесь выглядит. Несколько кармашков на подкладе. Повседневный пиджак. Вот здесь, смотрите, немножечко есть загрязненность, но она, видите, прямо убирается тут же. Скорее всего, это тоже транспортировочная. Итак, 50. Я думаю, 50 размер здесь пиджака внутри выглядит. Есть кармашки здесь, и здесь есть кармашки. Полоска, классика. Итак, клетка. Выглядит вот таким вот образом внутри пиджак. Здесь есть, да, потайные кармашки. Размер здесь тоже 48-50, я думаю. 50 размер, да. Такой, как вельветовый немножечко пиджак, но здесь есть на застежке что-то вроде кофты, вставка. Вот она здесь расстегивается. Посмотрите, вот здесь молния, это все можно отстегнуть. Так же, как и с другой стороны. При желании можно это все расстегнуть. Такой интересный, молодежный пиджак. Ой, бархатный пиджак. Шикарно смотрится, особенно здесь, а внутри подклад. Так, здесь есть кармашек, здесь прямо очень яркий. Пиджак прямо плотный. А размер здесь, я тоже думаю, 48-50. Итак, пиджак. У нас здесь размер 48-50. Посмотрите, на локтях вставочки есть. Ага, выглядит в принципе неплохо. Есть вот здесь небольшая загрязненность, но я думаю, что ее тоже можно будет убрать. Вот здесь вот как будто, знаете, кто-то ел и капнул. Такое ощущение складывается. Достаточно легкий материал здесь. Пиджак классический. А здесь вот тоже, посмотрите, небольшая загрязненность, но вот я руку потерла, она уже и ушла. Внутри тоже потайные карманчики. Здесь 46-48 размер, мне кажется. Пиджак, размер 46, внутри H&M. Внутри он выглядит вот таким вот образом. То есть есть потайные кармашки, здесь также потайные кармашки. Есть достаточно плотный вельвет. Дальше пиджак у нас. Посмотрите, тоже, видимо, угол порвался у мешка, и поэтому вот если убрать, оно все оттирается. Внутри выглядит так. Пиджак 48 размер здесь. Вот так же, такая же загрязненность, но она легко убирается. Легкий пиджак. Пиджак здесь у нас тоже внутри выглядит вот таким вот образом. Много здесь кармашков, можно многое спрятать. Снаружи есть кармашки, тоже 48 размер, достаточно плотный. И еще один вельветовый пиджак, но этот полегче, нежели были те, чуть-чуть полегче. Пуговки здесь, конечно, брутальные. Итак, внутри вот такие вот накладные карманы, внутри есть подклад. Вот такой вот, такая стоит на пиджак, на рукаве надпись, очень такой интересный тоже пиджак. Итак, подробности об этом лоте можно посмотреть под видео. Спасибо за внимание.